Учащиеся Люберецкой 16-й гимназии выиграли соревнования «Веселые старты». Игра прошла в детской спортивной школе города Люберцы. Борьба была тяжелой, ведь ребята преодолели несколько сложных эстафет и обошли более 300 соперников из других школ. Почти 400 люберецких школьников в нелетних каникул собрались на веселых стартах. Это спортивные состязания, которые состояли из 4 эстафет. Баскетбол. Вот здесь они ведут мячик, возвращают. После этого прыжки в длину с места проводятся. Соревновались учащиеся младших и средних классов. Каждый участник хотел выиграть веселые старты, чтобы не опозорить честь своей школы. Вы знаете, мы не первый раз уже проводим. Пока все очень довольны. Все состязания проводились на время и под строгим контролем учителей и судей. Каждая секунда в эстафете была дорога. Это веселый старт, и здесь соревнуются 29 школ. В прошлом году я тоже соревновался, мы заняли 9 место. Мы готовились, мы месяц готовились, как пришли в лагерь. Ну, пока это соревнование мне не очень нравится, я прыгать не умею на этих шарах. Ребята признались, что отдых в летнем школьном лагере нравится даже больше, чем море. Здесь очень весело и много друзей. Победу одержала Люберецкая гимназия номер 16. Ученики из других школ рассказали, что с нетерпением ждут следующих веселых стартов, чтобы еще раз испытать свои силы и возможности своей команды на прочность. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.